В ходе расширенного оперативного совещания были заслушаны доклады о проделанной работе сразу двух подразделений администрации городского поселения – юридического отдела и отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений. Главным в работе юристов является обеспечение деятельности самой администрации, совета депутатов и главы города. В целях реализации возложенных задач юридический отдел осуществляет следующие функции. Рассматривает на предмет соответствия законодательства проекта постановлений и распоряжений администрации городского поселения Одинцово, главы городского поселения Одинцово, проекта решений совета депутатов городского поселения Одинцово. Принимает участие в организационно-правовой подготовке комиссии органов местного самоуправления городского поселения Одинцово при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения действующего законодательства. Благодаря усилиям отдела с юридической точки зрения, работу администрации городского поселения Одинцово во многом можно считать образцовой. Что касается задач отдела по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и развитию инженерной инфраструктуры, то он содействует обеспечению населения базовыми жилищно-коммунальными услугами и следит за состоянием жилого фонда. Есть у него и другие, не менее важные функции. Мониторинг собираемости взносов за капремонт управляющими организациями запланировано 53 145 000 рублей, перечислено 46 538 000 рублей. Еженедельный отчет с фотофиксацией о проделанной работе по капитальному ремонту в администрацию Одинцовского муниципального района с последующей отправкой в правительство Московской области. Постоянная корректировка муниципальных площадей в рамках региональной программы. По состоянию на январь 2015 года 497 698 метров квадратных муниципальной собственности. В ходе совещания была также скоординирована работа всех структурных подразделений городской администрации на ближайшее время. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».